Анонс и точки выхода с 155 по 159 серию турецкого сериала «Кровавые цветы». Новые серии сериала продолжат выходить на турецком телевидении со 2 октября. Серии будут выходить по одной в день. А сейчас давайте вспомним, что мы видели ранее в сериале. Итак, мы увидели больше душевных переживаний барана. Он говорит, что перестал узнавать себя, что стал настолько другим человеком, что даже для себя он уже кто-то чужой. Из-за того, что он все чаще доводит Дилан, которую любит до слез, он перестает понимать, что с ним такое происходит и как быть дальше. Он хочет отпустить девушку, позволить ей уйти и быть счастливой без него. Но почему-то он продолжает держать ее рядом, сам не до конца понимая собственные намерения. Когда Дилан собирает свои вещи и уходит, для нее наступает наказание. Хасан забирает девушку и отвозит ее как можно дальше от людских глаз, где никто не увидит происходящего. Когда баран узнает об этом, у него остается мало времени. Хасан привозит девушку к обрыву и ставит ее на край. Отойдя от нее, он направляет пистолет ей в спину и готов выстрелить. Он говорит, что Дилан запятнала имя его семьи, и она должна поплатиться за это своей жизнью, ведь иначе никак. Не желая ждать, пока в нее выстрелят, она сама шагает навстречу своей смерти прямиком в пропасть. Новые серии сериала продолжат выходить со 2 октября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.